Продолжаю собирать я грибы. Закончилось место на карте памяти. Это удалял, сидел. Короче, будем продолжать. Вот. Ай, бляха, шляпочку отломал. Та батька меня зовет. Ой, сейчас прыжа по дереву все. О, хотя мы вместе берем, но это у нас конкуренция, кто больше набере. Опа. Где-то мы тут оставились только что. Сейчас я их не забрал. Помню, туда пошел, сюда пошел. Где-то тут были. Короче, вот бляха. О, вот это. Грибы бугорок. О, под бугорком молодчик, я думал. Старые. Песке. Ну, выше что, троху. Можно сказать, почти все покосил. Сейчас еще кругом полазим. А вон еще гриб. И вот гриб. Я думал, уже все. И вот гриб. Молоденький. Вообще. Да. А думал, гниловатый будет маленький, рядом приросший, аж нормально. Да, конечно, тут мы хорошо уже насобирали. Пол ведра грибов на одном месте, можно сказать. А я его вчера обошел тут стороной. И вон еще гриб стоит один. Да. Сколько кручусь уже, все в грибах. Вот я сижу, гляжу вокруг. И гриб на грибе. Ну что ты кричишь там? О, еще гриб. Короче, место капитальное. Уже столько гриба тут нашел на одном месте. Море грибов, море. Хотя было порезано, я думал, не будет тут. Вчера я вернул местинку. Тут столько грибов, что успевай только пилить. Нормально. Жаль, что старые уже под низом там. Подоставал бы их, да, порассевал еще кругом тут. Хай бы не на следующий год, так через 2-3 года, 4, грибница выросла. Там тихенько ходить туда-сюда. Ну тут уже все, еще там можно глянуть. А это получается полянку эту, все выбрил. А вчера вот пробегал рядом. Уже темно, правда, было. Хотя как темно, так как и сейчас. Надо сказать, на гриб глаз надо, чтобы набитый был. Или просто так повезло. Вчера я его проминул, этот пятачок. Прошел рядом, не было, я и пошел. Вот сейчас опять нема нигде.
не видно. Наросли. Наросли в одном месте пятаком, поляной. Видно, о, рыбок. Его рыбок чуть не наступил. Его, а это что у нас? Это так что-то. Ну вот этого белый. Чуть не наступил на его. Заметил я это быстрее, чем а этот под ногами. Ладно, походим, сейчас тут покрутимся. Получается низик таки. Да в этом низу вода, видно, скапливалась. Да кулаги хватает для гриба. Это тут у нас за бугорок такой интересный. Так, не гриб. Сейчас я вернусь назад еще туда, где брали. Покручусь малость. О, не знаю, белый, не белый. Подберозовик. Ладно, заберу. Хай до коллекции будет. Что ты ходишь да свищешь? Ничего нема. То с тебе такой грибник. Да нема тут ничего. Так собирай, ходи, шукай. Может, что и ты найдешься. Хе-хе-хе. Кто на что учился? О, гриб. Они там в том месте все время. А тут белые находил. Все годы. А, не знаю. Да. Насобирай хоть подосиновиков.
Нормально. Ой, все, нашел гриба одного. Даже два. О, один, а это второй. Они тут себе розовый мясо достигли. Вот сколько я тут уже нашел грибов. Ладно. Бляха, на это забыл, чуть не затоптал. Ладно, буду заканчивать, покуда. Поговорим тут с батьком, потом буду дальше снимать.